Akal dovan car. Akal dovan car. Родней будущей царевны околдован, Глинскими околдован, ближнюю родню свою старецких отстраняет, верных бояр своих теснит, на сокровища монастырские посягает. Господь Бог на народ за это огонь небесный обрушит! Thank you.
наши пустые, а пол бросить их собираются. Замахнулись. Эх! Треск раздался. Не от чаш, а пол разбиваемых. От окон камнями в дребезги выбиваемых. За окном пожарище, за Москворечье горит. Во дворе народ гудит. За окном пламя бушует. На меня народ подымаете, бояре. Единству державы российской противитесь. Не мира, меча вас хотели. Меча и познайте. Посол, походом на Москву идет. Видит Бог, не хотели мы брани. Но прошли времена, когда орда топтала землю русскую. Сами походом на Казань пойдем. На Казань! Пушка!
Thank you.
Yeah.
Иван. Щенятов Петр. Ростовский Семен. Иван Иванович. Турунтай Ронский. Пример подай. Thank you.
выгрызнулся. Я в том, что делаю. Не Божья ли кара? Прав ли я в тяжкой борьбе своей и плачу, постясь душою, и это ставят в поношение мне? Курбский к Сигизмунду бежал. Андрей, друг, за что? Чего тебе не доставало? Или шапки моей царской захотел? Бояре вновь, супротив меня, народ подымают. Поражением ливонским смущают.
Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, искал сострадания, но нет его. Утешителей искал, но не нашел. Врешь! Не сокрушен еще московский царь! Кольцо железное, шипами острыми против врагов моих, из людей таких, чтоб отреклись от роду племени, от отца. Yeah.
слышу я голос народа. В том призыве всенародном волю вседержителя прочту. В руки меч карающий от Господа приму. Дело великое завершу!